Заводится он достаточно легко. Открываю подсос. Ключ. Краник открыл. Раз, два и на третий раз. Все, пожалуйста. Да, конечно. По-моему, пора уже менять на этом шатуне втулку. Да. Мотоцикл пробился. Можно ехать. Достал, все уберу. Вилка хлюпает в ней масло, остатки. Вот что только я могу сказать. Ну, в принципе, здесь я и катаюсь. Давайте здесь в кусты заедем, остановимся. Бросил сцепление. Ладно. Все. Давайте послушаем, как работает карбюратор. Ну, точнее, мотор. Вот. Два горшка равномерно работают. ПВК я сразу поставил, да и все. Правда, воздушный фильтр, конечно. Но электронное зажигание делает свое дело. Вообще, в кайф кататься никого здесь. Будешь здесь шароебиться, мы оторвем твою башку нахуй. Водила чувствует мой вайп, он начинает шашковать. Ай. Молодой Бушидо Джо, я должен все забрать. Ай. Еду 220.
20, чтоб работать, а не спать. Тебе тут нечего ловить, и я не буду врать. Водила чувствует мой...